Новогодняя пора. Время чудес. Время, когда миллионы людей загадывают желания. Время, когда принято избавляться от долгов и обид. 31 декабря родные люди становятся еще ближе, независимо от того, хотят они этого или нет. Вот и наша история про уже не маленького мальчика Сашу, который вдруг решил, что Новый год точно пройдет без семейных дел. А вот и Саша. Одни скажут «никчемный клубный менеджер», другие возразят «волшебник». Все в нашем мире условно. Кроме важнейшей новогодней вечеринки «Космополитен Найт». В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне? Девочки, это что, по-вашему, Новый год для журнала «Космополитен»? Никита, вам это не надо, поверьте мне. Я профессионал. Девочки, где огонь? А? Где огонь в глазах? Где доминация на сцене? Где секс? Где вот эти движения? Где все? Что вы меня позорите перед человеком? Рада, что тебя на искусство потянуло. Но ты лучше думай, как клиентов обсчитывать будешь, а девочек моих не трогай. Так, козла не слушаем, слушай меня. Во, вот эти слова. Я все думал, почему я тебя бросил. Это я тебя бросила. Так, со второй части повыразительней. И, кстати, тебя там спрашивали. Кто? Не знаю. В возрасте, в шубе. Любовница твоя, наверное. Поехали, девочки. Я открываю шкаф и голову ломаю. Что мне к тебе надеть, я вечером не знаю. Продумала сто раз и... Привет трудящимся. А что это вы, судя по всему, заблудились? Клуб любителей скандинавской ходьбы, он прямо вот тут, за углом. Мог бы бать и обнять. Боже, сколько любви, чуть не раздавил мать. Ты же помнишь? Помню. Что ты помнишь? Я все помню. Ну, ма, ну серьезно, ну у меня времени нет, у меня там репетиция полным ходом. Никаких отмазов. Ты обещал, что проведешь с Настей Новый год. Родная сестра брата, не помню, только по фотографиям узнает. А Новый год какой праздник? Хреновый. Правильно, и семейный. Марин, у нас самолет. Ты что, серьезно? Вот это? Вот он? Я думал, ты его водилой взяла. Это не твое дело. Ты не любил, тебе не понять. Артурик, падай в машину, Мальдивы сами себя не окупят. Ты что, что за подстава? У меня там концерт новогодний, «Космополитен», звезды там. О, как совпало. А Насте как раз нужна культурная программа на каникулах. Держи. Что, ты смотри, плачущий ребенок видит. Ты вот так вот свое дитя вот на вот это променяешь? Дай-ка подумаю. Могло бы сработать. Могло. Но здесь сейчас ребенку нужна счастливая мать. Звоните. Ну, не часто. Не поверите? Люблю. Пойдем. Тебя тут весело. Будешь себя хорошо вести, заберем одну тетю в перьях домой. А ты представь, что я пинаколада.
Ребят, а где все? Поможет кто-то вылезти, ребят? Так, девочки, спасайте. Вы единственные, кто может мне помочь. Дверь закрой с другой стороны. Прошу, умоляю, ради всего того, что между нами было. Это были лучшие 30 секунд в моей жизни. Вы гляньте. Актер без Оскара. А что случилось? Номинировали. А, можно вас поселить, моя сестра? Недолго, минут 15-20, ну, максимум 3 часа. Смотрите, какая она милая, а? Она вам вообще не составит проблем. Нет, не составит. Все, спасибо, вы лучше всех. Ну ладно, оставайся. Хорошенькая, как угораздило в одной семье родиться с этим? Сама в шоке. Девочки, вы такие красивые. Так, это что происходит? Это чей ребенок? Я вроде бы с утра проснулась с директором клуба, а не службы опеки. Да ладно, Юля, это Сашкина сестра попросила посидеть с ней пару часов. У нас перерыв, мне не сложно. Сашина, так и хочет, чтобы последний вечер в году стал его последним днем на работе. Девочка, иди сюда. А вы готовьтесь. Сейчас брата твоего найдем и разберемся. Так, давай быстро пройдемся по списку VIP-гостей. Может, лучше по улице пройдемся? Мне тут униженных и оскорбленных достаточно. С тобой что не так? А со мной все не так. Мы тут третьи сутки, как чернорабочие, убиваемся. Я маникюр пропустила, пилинг пропустила. И даже голову помыть не успела. Так, мой маленький немытый друг. Сейчас я тебя спасу. А точнее, спасет сухой шампунь Клоран. С экстрактом водной мяты. Спасет твою укладку всего за 2 минуты. Без чего? Без тынь, воды. Молодец. На, пользуйся. Спасибо, Саш. Это сейчас лучший подарок. Ясно. Да, действительно. Вот сюда. Артём, приезжай, мне скучно. Настя, я Новый год с родителями провожу, не могу. Понятно. Я тебе говорю, пару капелек сыворотки на лицо перед макияжем, и кожа сияет. Это необходимо, особенно сегодня. А можно колу? А платить кто будет? Я угощаю, все нормально. Так, а что ты такая грустная? Как тебя зовут? Настя, спасибо. Настенька, что случилось-то?
Моя мама уехала и оставила меня с братом, а ему на меня вообще пофиг. Я хотела Новый год встречать с друзьями, но мой лучший друг не приехал. Настенька, ну, с мамой и с братом обидно, конечно. А друг, послушай, все мальчики, болтуны и бездельники. А давай я тебе кое-что расскажу. Я на скаку быстрее остановлю коня и войду в дом, объят пламенем огня. Твоим бла-бла перестала доверять, что с тобой, что без тебя все одинаково. Но не все как мы, ты не подлей, так и не лей воды. Не страдаю, знай, а ты так хотел, но мой мир без тебя не опустел. Пока ты без дел, я удаляю обещания, это всего лишь слова. Пока ты без дел, я так устала ждать дрова, я снова все могу сама. Пока ты без дел, пока ты без дел. Я не понимаю, не понимаю. Маша, ты моя помощница, ты мне должна помогать. Как ты могла потерять мою сестру? А я-то что? Ты ее вообще танцовщицам оставил, а потом ее директору вела. Йо-йо-йо-йо. Никита, ты что здесь делаешь? Ты кто вообще? Ведущий. Вот иди, веди. Один вопрос, Саш. Ага. Сколько букв в слове увольнение? У меня встречный вопрос. Где моя сестра? Понятия не имею. И лучше тебе убрать ее из клуба. Артисты уже съезжаются. А где у нас прямой эфир Космо идет? Маша? В лучшем месте. Конечно, да. Прямой эфир. Эй, джентльмены! Может, поможете мне спуститься, а? Оль, ну ты же национальное достояние. Беречь себя надо. Пойдем. Спасибо. Друзья, друзья, добрый день! Сегодня в новогоднюю ночь мы не просто так здесь собрались. У меня есть для вас большой подарок. И сегодня мы проводим праздничный эфир «Космополитен» с моей любимой Айзой. Я рад. Ну, я тоже очень. Хорошо, что мы Новый год вместе проводим, да? Да. И не работаем. И не работаем. Ну. Есть для тебя у меня несколько вопросов. Какой твой любимый подарок на Новый год? Ну, я люблю подарки практичные, нужные. Uh-huh. Там, оливье, холодец. Селёдочка. Если честно, мне не так часто дарят подарки на Новый год. Как так получилось, что я, ну, когда ты становишься мамой, ты уже полностью занимаешься праздником для своих детей. А что самое классное ты дарила на Новый год? Самое классное я дарила на Новый год? Поездки всякие разные. Ну, я дарила, но там сама не ездила. Почему? Ну, потому что я дарила, я своему бывшему мужу подарила поездку на его любимую волну, на Ментовай. Да, я туда и не хотела, просто жить на лодке в 2 недели, да ну нахер. У нас есть фотографии нескольких главных мужчин в стране. Вот, и нам очень интересно, что бы ты подарила им на Новый год. Сыграем? Ну давай, да, я как раз холостячка, можно посмотреть на мужчин. Итак, шоу «Холостяк» с Айзой запускает свой первый сезон «Замуж за Айзу». Угу, итак, есть. Наш первый герой – Юрий Дудь. Ой, Юрий Дудь, я бы вот ему подарила бы что-то какой-нибудь, он очень, в нем скрытая сексуальная энергия, я ее чувствую. Не каждый докопается. Да, я бы ему подарила бы какой-нибудь там, ну, чтобы он пошел на курс углубленный в изучение, раскрытие своих там страхов, комплексов, чтобы он научился, ой, не научился, может, он умеет, я не в курсе, но чтобы он раскрыл себя в сексуальном плане. Наш следующий герой это, ой, вот очень в тему, Артем Дзюба. Ой, это мой любимый герой, мы с ним, ну, славимся некоторыми пикантными ситуациями, которые, по-моему, и он, и я влипли. Что ему подарить-то, господи? А я бы оплатила ему бы отдых, ну, чтобы он чуть отдохнул. Вот. Расслабился. Да, ну, какие-нибудь там, Сейнбарт, например, да. Он же футболист. Он. А ты состоятельная женщина. Ну, получается, Сейнбарт что... Сейнбарт так не так уж дешево стоит. Да, но я просто, может, он меня с собой.
А следующий герой — мой любимый рэпер Моргенштерн. Да, я могу подарить ему серию своей косметики за уход, по уходу за ногтями. Алишер, жди. Последний герой и последний подарок от нашего Санта-Клауса сегодня. О, ну тут надо постараться. Сергей Шнуров. Что бы я ему подарила бы? Часы. Вот, Патек Филипп, потому что Rolex — это попса. Патек Филипп. Что бы это ни значило, я бы его... Что ж, ну, в очередной раз скажу, ты состоятельная женщина. Все наши звезды получили самые классные, но гипотетические подарки от нашего самого щедрого и самого доброго Деда Мороза Айзе. Скажи, пожалуйста, что ты пожелаешь нашим подписчикам на Новый год? В первую очередь я хочу пожелать здоровья, потому что два этих года, да, два года были очень тяжелыми для многих. Многих мы потеряли, многие пострадали очень сильно и финансово. В общем, я очень серьезно к этому вопросу подошла, видишь, да? Но я правда желаю здоровья абсолютно каждому, кто это увидит. Вот. Спасибо, друзья, и увидимся в новых эфирах. Космо, я тебя люблю. А я тебя люблю. Я сейчас не могу, не могу. У меня репетиция. Так, смотри. Я тебя представлю красиво. Артур Райнис. Красиво? Нормально. Все, у тебя, давай, пора репетировать. Давай, давай. Я нашел. Где ты прячешься все время, а? Подарю тебе на Новый год гантелю, привяжу к ноге, чтобы ты больше не терялась. Да уж, заботливый у тебя братец. Ты иди, еще зеленки себе на голову выли. Эй, эй, Кнопка, ты что такая кислая, а? Всем весело, кроме меня. Моим друзьям пофиг то, что я уехала. Моей маме пофиг то, что я встречаю Новый год в клубе. Я же ее родная дочь. Могла бы меня взять вместо этого вышибалы. Я же лучше, чем Артурик. Конечно, конечно, лучше. Ты, конечно, не такая накачанная, как он, но ты точно лучше. Ты же моя сестра. Мы с тобой, знаешь, какой Новый год забабахаем. Вообще мощнейший будет. Иногда, знаешь, как говорится, на День города в Воронеже веселее, чем на закрытии Burning Man. Правильно? Правильно? На самом деле, да. Главное же нигде. Главное, с кем. А в этом... Наш с тобой маме тотально не повезло. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сент-Тропе, когда твой взгляд светит ярко? В этом смысла ноль, если тебя рядом нет. Зачем солнце мне? Смотришь на меня, что я теряюсь. Ты и я отдельный мир.
она такая лежит и говорит: только не в меня! А я говорю: дурочка, мы вдвоем в книжки играем, в кого мне еще бросать? Вот так. Маша, бери мое сокровище и спрячь так, чтобы никто не нашел. Настя, пошли быстрее, вперед. Настя, пошли! Послушай, ну почему, если я на работе, то сразу плохая мать? Я приеду 1 января. Ты же можешь с этой своей девушкой провести время с ребенком. О, вы же Ида! Угу. Ребята, меня только что спросили: Ида, а откуда такое красивое платье? Никто же не спрашивал. Ты кто? Я Настя, директор очень строгий, а брат, он не может сейчас уйти, можно у вас остаться? Ничего не поняла, заходи, кайфуй. Спасибо. Настя. Ты любишь Новый год, Настя? Конечно. Блин, я обожаю. Я тут подумала, было бы классно, чтобы Новый год был каждый день. А кто это у нас тут такая Снегурочка? А кто это такой тут дедушка? Странно, блин, странно. Куда-то не туда забрели. Угу. Давай, ты будешь гномом, а нет. Тоже странно, угу. Да. Так, в чем встречать Новый год? Это выгодно подчеркнет мою фигуру. А в этом можно хорошенько поесть. Выбор очевиден. Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я была очень хорошей девочкой, поэтому в новом году я прошу тебя, пусть у всех моих бывших парней будут очень страшные тёлки, прям чудовище отвратительное. Спасибо. Антон, как ты узнал, что я хочу именно её? Так ты мне её в WhatsApp скинула, и в Телеграме, и ВКонтакте, и, прости господи, в Вайбере. Не стоило, Антош! Согласен. Так, я буду крабы, салат, картошечку, морковку, шницель и, естественно, бутерброд с икрой. И ты все это съешь? Ты сейчас все это будешь говорить за другим столом. Заткнулся. Весь аппетит, блин, испортил. С Новым годом. С Новым годом. Так, я не понял. Где мой новогодний подарок? Ну ты дурак, я тебе вчера его подарила. Ты забыла? Новый год же теперь каждый день. А об этом я не подумала. Так, перестань уничтожать мой райдер. Давай, там очень много мест, разных кухней. А я... Ага, нет. Пиши. Да-да-да-да-да, конечно, ждем вас. Маша, почему мебель Киркорова еще не на точке? Она на точке, я ее пытаюсь сдвинуть. Может, ты сначала сдвинешь Никиту? Точно. Никит, вставай давай, а? Вставай. Хорошо, Филипп Бедрос еще не приехал. Приехал, посмотрел бы вот на вас. Вот на этот цирк Шапито, балаган, этот капустник в аду. Обожаю балаган. У нас какие-то проблемы? Никаких проблем, все замечательно. Вот, любуемся вашей мебелью. Вот, красота-то какая. Да-да-да, правильно, правильно. Базальтовое волокно, очень надежное. Да-да-да. Так вот, когда в королевстве бардак, король нервничает. А королю нем чуть не надо. Не надо. Новогоднее высочество, давайте пройдемте на саундчек. Да, пройдемте. Вот здесь точка. Быстро на лету, остановиться не умеем на мгновение. По мокрым рельсам я к тебе иду, а ты идешь по параллельным. Я раненый тобой, каждая стрела. Сердце, ты
Петросович, Филипп Петросович! Принес вам патчи и сок. Так, мы здесь где-то часа полтора пробудем, а потом на вечеринку к вам, в Риф Гош. Все-таки хороший аромат мы придумали. Неплохой год. Здравствуйте. Привет. Извините. Вы такая красивая. У вас такие духи. Сейчас они только у тебя и в Риф Гош. Спасибо. А ты знаешь, с кем ты сейчас говорила? С президентом. Сеть Риф Гош. Если ты забыл мир, игра в Симс, перезагрузить, нажимай «Делит», «Удалить». Да что ж ты под ногами болтаешься? Извините. Фигню свою снимаешь. Ну блин, сколько можно? Вообще, как разговариваете с будущей звездой ТикТока? Она может через 5 лет вообще откажется выступать в вашем баре. Ну, Малай, ты вообще ни на кого не обращай внимания, так же, как и ты начинал, поэтому все гуд. Пойдем с нами, Бусинка. Пойдем, пойдем. А ты на детей не ори, поняла? Ага! Мои мысли на дне, они соло. Все ушли, я один, это соло. My life на репит, будто сломо. И пьяный, и минор, они со мной. Аромат в моей рум, это ее. Но он вновь пропадет, это гео. Видимо, так не будет спокойнее жить и снова побыть без тебя. Но как же мне все позабыть? Ведь снова не спал до утра. Твой любимый типа по душам разговор. И я все аккорды поменял на минор. Да, ты хочешь поиграться в любовь, но давай в этот раз без меня. Бросишь меня, не мешаешь. Даня, Артур, можно к вам? Печаль, не спеша. Пусть и минор на устах, но я хочу снова дышать. Мои мысли на дне, они соло. Все ушли, я один, это соло. My life на репит, будто сломо. И пьяный, и минор, они со мной. Мои мысли на дне, они соло. Все ушли, я один, это соло. My life на репит, будто сломо. И пьяный, и минор, они со мной. Аромат в моей room, это хио. Но вновь пропадет, это кио. Мои мысли на дне, они соло. Все ушли, я один, это соло. Я видел сон, где ты моя. В нем я тебя не потерял. Снова тлеет ночь, я опять без тебя. Снова я один и один до утра. Я пытался много раз себя поменять, но что-то не так. Мы снова тонем с этой любовью. Чтобы через 2 минуты ребенка в клубе не было. Да кому она мешает вообще? Всем. Посмотри, как Милохин недоволен. Там мне помогает быть свободным. Он просто из-за браки-то улыбаться нормально не может. Я все сказала. Тогда я ухожу с ней. Она моя сестра, у нее кроме меня вообще никого нет. Я люблю ее и в обиду ее не дам. Увожу самой дети. Вы же знаете, что в Новый год семья должна быть рядом. Саш, а ты прав. Зачем вообще выбирать? Если главное в Новый год быть вместе. Так, прикрой меня. Я скоро вернусь. Поеду за дочкой. Дамы и господа, мы спасаем Новый год! Знаю, поздно и пора спать. Милая, не смейся и дай сказать, а то я начну тебя целовать. Есть только мы и нет меня. Я не помню ночи и не помню дня, когда не шептал, что люблю тебя. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу.
пусть проходят годы, любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя радость. Каждое утро в тебя влюбляюсь. Помнишь первое свидание на Цветном? Мы смеялись в кафе, забыв обо всем, опоздали в метро и домой пешком. Через 20-30 сотню лет я скажу, что тебя красивее нет, и ты как всегда улыбнешься мне в ответ. Утром засыпая, я тебя к себе прижму и никуда не отпущу. Пусть проходят годы, и любовь не в моде, я тебя люблю. Я каждое утро в тебя влюбляюсь, ты улыбнешься, и я признаюсь, ты моя любовь, моя любовь, моя любовь и моя Космополитен Найт. Сумбурно и неожиданно в нашу жизнь приходят новогодние чудеса. Это череда совпадений, скажете вы. Нет, просто люди в одной не самой сплоченной семье в один вечер стали намного ближе друг к другу. Ведь самое дорогое, что у нас есть, это наши близкие. Берегите своих. И помните, вместе всегда теплее. С Новым годом!